Привет всем, привет всем! С огорода, с горячих грядок, с больших лопат. В общем, время сбора урожая. Кто-то идет, копает картошку, кто-то идет, таскает огурцы, кто-то таскает лук, кто-то просто копает грядки. Время август, время сбора урожая. Как вы проводите это время, мы как раз и узнаем. Сегодня у нас стартует конкурс «Я на даче» или «Я дачник». Я, в общем, в своей рабочей форме, как положено, все как надо. Итак, конкурс у нас будет проходить ВКонтакте, поэтому, если вы не зарегистрированы, проходите обязательно. Размещение ваших работ будет именно там. Так что постараемся попасть в альбом. Как всегда, все основные условия в описании. Итак, работы принимаются нарисованные карандашом, нарисованные фломастером, нарисованные красками. В общем, все, что сделано от руки. По возможности стараюсь избегать работы, сделанные в фотошопе, работы, сделанные в графических редакторах, потому что они чересчур красивые, чересчур хорошие. Не может быть дача чересчур красивой и хорошей. Поэтому дача есть дача. Итак, работы примерно такого образца можно принимать, но желательно, конечно, более-менее адекватные. Ну, как бы сказать-то, ваш персонаж на даче. В общем, тема основная будет именно такая. Я так и назову, я дачник, в общем. Формат рисунков будет именно такой. У нас появился спонсор. Спонсор добрая, красивая, умная девушка. Не стала она говорить о том, кто она, что она. В общем, скажем, осталась анонимна. Давайте послушаем ее напутствие и перейдем к местам. И кто сколько может получить за свои красивые рисунки, посмотрим чуть-чуть позже. Дорогие участники, здравствуйте. С вами говорит спонсор данного конкурса. Хоть я не хочу, чтобы меня так называли, но тем не менее. Я желаю вам всем удачи, творческого вдохновения. Конкурс посвящен теме ваш персонаж на даче в огороде. Копает картошку, полит морковку. Я не знаю, собирает огуречки. Что-то в этом духе. Вот. Я очень надеюсь, что идея данного конкурса вам понравится. Вот. И вы очень быстро найдете какую-то идею для вашего рисунка. Всем удачи! Поэтому скажем спасибо нашему спонсору. Сразу говорю, девушка сказала, что хочет быть немного неизвестной. Поэтому давайте перейдем к призам. А призы у нас очень жирные, ребята. Итак, первое место 1200 рублей. Пожалуйста, телефон, киви, сберкарта, все, что вы пожелаете, в любое место вам переведем деньги. Первое место 1200 рублей. Выбирать будет именно спонсор. Второе место 1000 рублей. Также переводом, скорее всего, буду выбирать я. Возможно, еще поделимся с человеком. Дальше. Третье место. Попросим кого-нибудь из ютуберов выбрать нам третье место. Четвертое место 500 рублей. Пятое место 400 рублей. Шестое место 300 рублей. И, конечно, с 7 по 10 я считаю поощрительными призами. И это месячные планы. В общем, можно будет начислить прямо на аккаунты. Можно начислить будет, куда вы скажете. В общем, призы хорошие. Деньги, как бы, за ваше творчество мало кто платит, но у нас на канале это норма. Это норма, поэтому давайте скажем проще. Я дачник, и я участвую в конкурсе. Все условия в описании, переходите в группу, обязательно работы размещайте именно в нужном альбоме. Там мы будем выбирать. Всем удачи! В рисунках, конечно же!